Тань, вот на прошлой неделе мы играли, понимаешь, в мини-футбол. Ты помнишь? Да, помню. А ты не помнишь, что счет был 102-0? Хочу забыть. Ну, а я не могу это забыть, потому что, мне кажется, ты вратарь не очень-то хороший. Ну, ты не обижайся. И поэтому сегодня, чтобы улучшить твои качества, я хочу тебя тренировать по бразильской системе. Это как? Помнишь, в Яралаше? Да. Ну, встаешь на ворота, а сзади тебя то, что ни в коем случае нельзя разбить. В данном самое случае... Самое да? Сегодня камеры, давай. А, туда? Давай, вперед. Ты что, Андрюша? Все, вставай. Потому что я не намерен больше терпеть такой счет. Ребята, простите. Так. В этот раз, Таня, если ты пропустишь, будет 102 тысячи долларов уже. Ух ты! И. Молодец. Ура! Давай, что ты радуешься раньше времени. Когда 101-0 было, ты тоже радовалась. Лови. Все, еще раз. Еще. И. Ура! Тань, поймала слушай, ведь. Слушай, ну у тебя получается. Хороший. Вот теперь ты понимаешь, почему в сборной Бразилии все вот настолько хорошо играют? Да. А почему, думаешь, я с такой уверенностью об этом говорю? Да потому что я, во-первых, слежу за футболом, а во-вторых, потому что я поговорил с Клейтоном Сильва. Это игрок ФК Тюмень, а он ведь родом из Бразилии. Знаешь, сколько я интересного узнал? Нет, поэтому... я посмотрю, узнаю. Тань, посмотри и узнай. А сейчас давай ты вставай на ворота. Сейчас я буду пинать.